В эфире телекомпания «Город» итоговая программа «Время говорить». В студии Алена Куклева. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. Молодым везде дорога. Губернатор вручил медали выпускникам школ и молодым ученым. Готовь таз к лету. В Рязани планируется масштабное отключение горячей воды. Новая смена молодых врачей. В Рязанском медицинском университете стартовала пора выпускных. Знак губернатора Рязанской области – медаль за особые успехи в учении. Сегодня получили особо отличившиеся выпускники средних общеобразовательных школ. Также губернатор премировал молодых ученых. На награждении побывала Олеся Харлина. Эта награда давно стала символом общественного признания способностей и талантов молодого поколения. В правительственном зале торжеств собрались лучшие из лучших. Они не только хорошо сдали единый госэкзамен, но и все 11 лет обучения в своих школах принимали активное участие в общественных и спортивных мероприятиях, олимпиадах и волонтерских движениях. Ваши успехи свидетельствуют о том, что на вас можно положиться, на вас можно рассчитывать как на достойную смену, как на людей, обладающих волей, характером и знаниями, которые буквально через несколько лет придут и заменят нас на наших постах, на наших должностях, заменят элиту в экономике, в социальной сфере, в управлении государством, муниципалитетами. Увлечение нынешних выпускников – экономика, астрономия, физика, математика, литература и история. Изучая основы этих важнейших дисциплин, они научились работать системно, последовательно и целенаправленно. Юлия Рукунова за своей медалью приехала из Касимова. Очень много талантливых молодых людей, которые готовы принять на себя ответственность за будущее нашей страны и готовы активно участвовать в жизни России и вести ее к новым победам, делать ее лучше. Очень часто молодые родители совершают очень серьезную ошибку. Они компенсируют свои проблемы детские на своем ребенке. Они требуют от него необыкновенного. Не надо это делать. Надо понять своего ребенка и бессмертно любить его. Надежда Конина уже 36 лет преподает школьникам географию. Ее ученица Мария Питерская тоже сегодня получила награду из рук губернатора. Преподавателям, конечно, можно сказать только огромное спасибо, потому что то, что они делают, они в это вкладывают, конечно, душу. Молодые ученые все как один уверены, там, где есть соревновательный дух, результаты будут высокие. Алексей Водорезов – представитель естественных наук, физико-географ. Он и его коллеги работают в направлении усиления мер охраны природы в регионе. Только в этом году удалось обнаружить две уникальные точки. Одна из них – древнее городище, на валах и рвах которого произрастают многие виды редчайших растений. Самое ценное и интересное. Мы обнаружили в Касимовском районе комплекс древних рукотворных каменоломен пещер. Люди когда-то под землей добывали известняк для строительства храмов. А так вот, эти пещеры уже 500 лет как заброшены и стали частью природного ландшафта, потому что в их пределах обитают редчайшие колонии летучих мышей, ушанов и нетопырей. У микрофона один из награжденных процитировал знаменитого Вольтера: «Никуда не годится тот, кто годен только для себя». Молодому поколению нашего региона такая участь, к счастью, не грозит. Мы поздравляем всех награжденных. На этой неделе православные отметили собор рязанских святых и обретение мощей епископа Василия. К этому дню был приурочен масштабный крестный ход по центральным улицам города. Святитель Василий особо почитаем православными. В каждом храме есть его икона. Изображают его чаще всего плывущим по воде на мантии с иконой Богородицы в руках. Собор рязанских святых – праздник Русской Православной Церкви, установленный в память о православных подвижниках Рязанской земли. История Рязани бережно хранит сведения о том, что в этот день в 1609 году были обретены нетленные мощи первого епископа Переславля-Рязанского, святителя Василия, и перенесены в Рязанский Кремль. Обретение мощей положило начало торжественному прославлению Василия Рязанского. Сегодня сотни верующих собрались на божественную литургию в Успенском соборе Рязанского Кремля. Желающих почтить святыню было так много, что храм всех вместить не смог. Люди молились на улице. После литургии традиционный крестный ход проследовал до стен Борисоглебского храма. Именно здесь были обретены мощи. Затем шествие вернулось в Кремль, где праздник завершился торжественным молебном на площади Успенского собора. 74 года назад началась Великая Отечественная война. И если дата конца войны, 9 мая, традиционно воспринимается как день для воспоминаний о славной победе, то 22 июня оставили для скорби. За свободу было отдано 27 миллионов жизней. 150 тысяч наших земляков не пришли с полей сражений. Традиционно памятные мероприятия с возложением цветов к мемориалам прошли и в нашем городе. Для ветеранов Великой Отечественной это уже 70-й год без войны. Но по-прежнему замирает сердце при выстрелах, даже когда понимаешь, они во славу павших воинов.
Почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны пришли губернатор Олег Ковалев, председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин, глава Рязани Андрей Кашаев, представители областного правительства, городской администрации, ветеранских, общественных и молодежных организаций. Многие ветераны стойко начали этот день еще на рассвете. 4 часа мне лично пришлось участвовать в этом скорбном дне на нашем именно ветеранном комплексе. На кладбище. Там мы выразили сочувствие и глубокую отдали дань тем людям, которые отдали жизнь на нашу родину. И мы отдали почтили тех ветеранов, которые победили в этой войне. Войну действительно победил именно советский солдат. Это он сумел одолеть лютого врага. Слава этому солдату на долгие годы, слава на века. Прадед волонтера Андрея тоже был удостоен ордена Красной Звезды. Среди добровольных помощников практически у каждого кто-то погиб на войне или вернулся победителем. На протяжении всего периода подготовки к празднованию 70-летия Победы ребята по-своему отдавали дань памяти и прекрасно понимают, сколько горя и мужества стоит за каждой наградой ветерана. Конечно, понимаем. Мы чувствуем гордость за свою страну и за наших героев, которые пали во время Великой Отечественной войны. К новостям экономики. Политическая и финансовая элита мира на одной площадке. Петербургский международный экономический форум вновь на 3 дня стал главной темой новостей страны. Туда едут подискутировать, но главное – найти новые возможности для развития бизнеса и международной торговли. Чтобы занять комнаты для переговоров, выстраивались очереди. От Рязанской области участие в форуме принял губернатор Олег Ковалев. В этом году в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге приняли участие около 10 тысяч человек из 120 стран. Главными темами обсуждения стали энергетика, инфраструктура и малый бизнес. Было подписано более 200 соглашений, меморандумов, контрактов, рамочных протоколов о сотрудничестве, заявлений о намерениях. С Рязанской областью также заключено 2 соглашения. Это подписание 3-стороннего соглашения о единых подходах и стандартах в различных сферах деятельности с нашими соседями, Тульской и Калужской областями, а также соглашение со Сбербанком. Подписанные документы являются рамочными, то есть определяющими направление сотрудничества и взаимодействия в целом. Подводя итоги, губернатор Олег Ковалев отметил, что на форуме был определен вектор дальнейшего социально-экономического развития страны и регионов. Обмен опытом, выслушивание других регионов, передовых регионов, продвинутых в этом направлении и корректировка потом своей работы – это важнейший элемент. Поэтому вот на таких форумах как раз ведутся эти дискуссии, и очень важно принимать в них участие, слушать и потом это все реализовывать в конкретных каких-то решениях. Вот для меня это важнейшим является итогом этого форума. В рамках деловой программы делегации Рязанской области также состоялась встреча с министром строительства и ЖКХ России Михаилом Менем и руководством компании «Гардиан». Речь шла о необходимости ужесточать требования к теплозащите зданий и, в частности, к качеству стекла, который используется при строительстве. Это помогло бы «Гардиан» стать более конкурентоспособной, что, в свою очередь, выгодно и региону, так как сейчас руководство компании рассматривает возможность инвестировать в рязанское производство еще порядка 20 миллионов евро. К другим темам. С 1 июля вырастут тарифы ЖКХ. Но сильно ударить по кошельку рязанцев это изменение не должно. Все граждане, у которых с июля величина оплаты за коммунальные услуги превысит минимальный предел, а это 8,9%, смогут получить компенсацию из областного бюджета. С 1 июля произошло изменение тарифа. Оно произошло по всей стране. Вы получили счета на оплату и обнаружили, что ваш вот счет увеличился, ну, к примеру, там, на 10%. Вы посчитали, сколько это для вас, ну, сколько рублей. Вы можете прийти и заявить, сказать, вот у меня увеличилось на 10%. Вот разницу между 8,9% и 10% вам выплатят в виде компенсации. Казна текущего года пополнится более чем на 2 миллиарда рублей. Дополнительные субсидии, выделенные из федерального бюджета на поддержку аграриев, строительство дошкольных учреждений, создание условий для занятий спортом в сельских школах, а также на здравоохранение и социальную сферу. По государственной программе развития агропромышленного комплекса, в связи с тем, что, я как уже называла, нам поступают существенные средства федерального бюджета, также мы перераспределяем свои средства по направлению поддержки АПК, чтобы обеспечить должным образом софинансирование мероприятий федерального бюджета.
За прошедшую неделю в Рязанской области подорожал бензин. По данным Рязанстата, средняя стоимость 1 литра увеличилась на 49 копеек. По дороговизне дистоплива область переместилась с 10 позиции на 6. Рязанская область вошла в число регионов с минимальным ростом цен на социально значимые товары. Исследования проводились в 85 субъектах. При их проведении использовался сравнительный анализ цен на мясо, рыбу, молочные продукты, овощи и крупы. Одним из эффективных механизмов регулирования цен в области признана организация рынков и ярмарок. По данным Рязанстата, на прошедшей неделе в Рязанской области заметно подешевели помидоры и баранина. За неделю наиболее заметно подорожали яблоки, морковь, картофель, курица и вареная колбаса. К другим темам. На этой неделе в Рязанском медицинском университете вручали дипломы молодым специалистам, как для работы внутри страны, так и для самых дальних уголков планеты. Подробнее в следующем сюжете. Большой выпускной малых факультетов прошел 25 июня. В этот день дипломы получили более 150 молодых фармацевтов, стоматологов, психологов. 9 из них окончили университет с красным дипломом. Торжественная часть состоялась в актовом зале. Ректор университета отсутствовал на празднике из-за рабочей командировки. Поздравления от него передал проректор Валерий Кирюшин. Каждый праздник предполагает подведение итогов и поздравления. Мне очень приятно передать поздравления от ректора университета, профессора Романа Евгеньевича Калинина, который сегодня находится далеко за пределами Рязани в научной командировке, и он просил поздравить вас с окончанием университета и пожелать вам всего доброго в вашей самостоятельной жизни. Проректор по учебной работе Юрий Беловский уверен, что уровень полученных знаний обеспечит каждого выпускника местом работы. Сегодня для нас очень памятный и знаменательный день. Это выпуск наших специальностей подготовки, медико-профилактическое дело, стоматологический, факультет клинической психологии и фармации. Эти факультеты, они у нас традиционно составляют основной костяк так называемых малых факультетов, но тем не менее, хоть они называются малыми, но специалисты, конечно, очень высокого класса. Они все востребованы на медицинских организациях нашей области, в различных учреждениях самого разного профиля. Все выпускники в едином порыве повторяли слова клятвы Гиппократа, обязуясь соблюдать морально-этические основы работы врача, которые были заложены в античные времена. Никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии. Хранить благодарность и уважение к своим учителям. Для большинства из этих ребят выбор профессии не случайен. Многие из них – представители врачебных династий, другие мечтали о ней с детства. Волнительно, торжественно. И вообще 5 лет учебы в университете прошли очень активно, плодотворно. И я очень благодарна своему вузу, потому что помимо вуза у меня еще была и активная жизнь. Также на этой неделе, 23 июня, выпускники факультета по обучению иностранных студентов отпраздновали выпускной в областном театре драмы. Я из Намибии. Я буду терапевт. Сейчас терапевт, но потом, я думаю, я буду гинеколог. Выбрали Россию, особенно в Рязани, потому что мы знаем, что в России качественная и действительная учеба, система учебы. С поздравлением выступил ректор ЯЗГМУ Роман Калинин. Наверное, может быть, у кого-то маленькая, у кого-то большая мечта получить профессию врача, стоматолога, провизора сбудется. Сегодня очень большой, великий для нас день, для вас. Нам всегда и радостно, и грустно отпускать вас из университета, выдавая диплом, выдавая этот, по сути, билет во взрослую жизнь, в профессию. День вручения дипломов получился достаточно экзотичным по сравнению с другими подобными мероприятиями. Этому способствовали и разнообразие национальностей, и иностранная речь, а также яркие, в том числе и национальные костюмы. Как минимум раз в год на подъездах наших домов появляется объявление о том, что какое-то время в квартирах не будет горячей воды. С 29 июня воду отключат на 2 недели из-за проведения гидравлических испытаний магистральных тепловых сетей. Список адресов можно увидеть на сайте администрации. О необходимости проявить терпение и понимание расскажет Марина Комиссарова. С окончанием отопительного сезона работы у сотрудников Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей не становится меньше. Сразу начинается подготовка к следующей зиме. Подготовку мы начали еще тогда, когда
на улицах лежал снег. Закончился ответственный период, сейчас он наступил у нас и проходит не менее ответственный. Это период подготовки к следующему отопительному сезону. В общем-то, наша деятельность, она делится на две части. Это прохождение отопительного сезона, обеспечение качественным теплоснабжением города, горожан наших. Второй этап – это подготовка к следующему отопительному сезону. Сегодня в разгаре ремонтной кампании мы проводим испытания нашего оборудования, наших тепловых сетей на прочность и плотность. Сейчас сотрудники теплосетей используют новую технологию, которая позволяет проводить необходимые испытания участками. Благодаря такой схеме действий не нужно массово отключать горячую воду во всем городе. У нас по городу есть, скажем так, точки, на которых подключается вот эта вот установка. Вот этими шлангами подключаем ее. Там такие же вот разъемы есть, все подключается. Заводим и нагнетаем давление. Она нагнетает атмосфер 26 примерно. Но это мощность ее как бы по паспорту. А так давим там 9-10. Проверка происходит по окончании отопительного сезона. Начинается и заканчивается в августе месяце, в начале августа, чтобы как бы пустить горячую воду, дать 1 сентября. В принципе, она не отключает сейчас же, как раньше мы отключали, когда с Новорязанской ТЭЦ прессовали там. А эта установка, она дает возможность вот так. Конечно, неудобства у населения все равно возникают, ведь на пару недель каждый оказывается без горячей воды. Но подобные неприятности минимизированы, насколько это возможно в современных условиях. Мы обращаемся к горожанам, просим с пониманием отнестись к этому. Это меры вынуждены. Мы со своей стороны стараемся минимизировать все вот эти вот неудобства для горожан. Скоро это завершится, и, в общем-то, горячее водоснабжение в городе будет восстановлено в полной мере. Помимо профилактических работ, сотрудники теплосетей также устраняют крупные неполадки. К таковым относится, например, аварийный участок на площади Победы. Сети стареют, да, есть ненадежные участки. Мы посредством испытаний, проводимых сегодня, конечно, эти участки выявляем, устраняем. Площадь Победы – это очень ответственный узел, это напряженные коммуникации, поэтому принято решение этот узел в этом году модернизировать. И те работы, которые мы планировали проводить со следующей недели, по объективным причинам, прошла информация, уведомление граждан, что со следующей недели будет ограничение движения, но по объективным причинам эти отключения переносятся на неделю, и мы еще раз уведомляем наших горожан, что эти отключения произойдут на несколько позже, недели позже. С 1 июля ожидается повышение тарифов, принятое еще в конце прошлого года. Но повышение это не безосновательно. Оно связано с ростом стоимости материалов и энергоносителей. Мы как бы на этапе в этой цепочке считаем последней, потому что последняя – это коммунальная услуга, то есть в этой цепочке. А первая в цепочке стоит, конечно же, это покупка энергоносителей, это производство тепловой энергии, доставка тепловой энергии, а потом преобразование этой тепловой энергии в коммунальную услугу. Стоит помнить, своевременная оплата – залог качественной и быстрой работы по подготовке к следующему отопительному сезону. Как говорится, готовь сани летом, и чтобы не оказаться в неприятной ситуации в холодное время года, лучше не накапливать задолженности до осени, а платить сейчас, когда средства нужны для выполнения профилактических работ. Улица Почтовая за все время существования обросла огромным количеством реальных историй и легенд. Наверное, все дело в контингенте. Барды, художники, креативные гости города. Кто только не блистал своим талантом. А какими она славилась электрическими театрами? В 1913 году их было 6 на одну улицу. В кинотеатрах шли драмы, фарсы, комедии, документальные фильмы. Порой показывались и цветные французские феерии, в которых красивые женщины превращались в цветы. А о фестивалях, конкурсах и праздниках на Почтовой этим летом подробнее в следующем сюжете. Рязанский Бродвей, Арбат и, наконец, Подбелка – как только не называют рязанцы свою главную пешеходную улицу. Но в следующие несколько месяцев именно историческое название станет самым популярным. Стартует фестивальное лето «Встречи на Почтовой». Организаторами выступает администрация города. Идея такая у администрации изначально ставилась, чтобы сделать из этой улицы место, куда могли приходить отдыхать гости города, горожане, друзья, кто приезжает, например, куда пойти вечером? Да пойдем на Почтовую, там что-нибудь всегда должно что-то происходить. Программа планируется очень насыщенная. Каждую пятницу на Почтовой будут проходить фестивали и праздники, народные гуляния и ярмарки. Горожане всех возрастов найдут здесь для себя что-нибудь интересное. На главной сцене будут проводиться развлекательные программы и выступать творческие коллективы города. Помимо этого, вдоль всей улицы разместятся площадки с мастер-классами и презентациями.
Отдельное внимание организаторы уделяют проведению выставок-продаж «Рязанский вернисаж». Для участия мы приглашаем с товарами народных промыслов, сувенирной продукции и с кондитерскими изделиями, прохладительными напитками, мороженым. Сейчас даже закуплено оборудование, столы, стулья для того, чтобы предпринимателям или предприятиям дополнительно они привозили с собой необходимое оборудование. Столы и стулья будут располагаться по адресу Почтовая, 60. Участие в выставке-продаже совершенно бесплатное. Необходимо лишь оставить заявку в отделе предпринимательства и потребительского рынка администрации Рязани. Первая встреча на Почтовой пройдет уже в эту пятницу, начало в 6 часов вечера. Организаторы обещают презентацию всех предстоящих мероприятий и празднование Дня молодежи. В программе выступления музыкальных групп, танцевальный баттл, детская площадка от Рязанского отделения Российского союза молодежи и множество других конкурсов, квестов и викторин. Кто из нас не думал начать новую жизнь, например, с понедельника, сесть на диету или заняться спортом? Но все время возникают неотложные дела, мешает работа или усталость, не хватает силы воли или уверенности в себе. И хотя в последнее время о спорте много говорят даже на государственном уровне и стараются сделать максимально доступными самые разные спортивные направления, пока занятия в спортшколах не приобрели массовый характер. Между тем в стране, в том числе и Рязанском регионе, активно развивается спорт среди людей с ограниченными физическими возможностями. Подробнее в сюжете Марины Комиссаровой. Имя Надежды Семеновой слышали многие. Оно неизменно ассоциируется со сферой спорта и новостями о новых рекордах. Диспетчер Центрального пункта пожарной связи МЧС России по Рязанской области, 27-летняя девушка не раз становилась победителем первенств и чемпионатов Рязанской области по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. А еще Надежда – рекордсменка России в метании копья и кандидат в сборную России на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Чувствую, что нужно идти дальше, нужно ставить новые цели, достигать их, как говорится, повышать планку, в первую очередь для самой себя, вот, и радовать тренера своими достижениями. Родных, близких. Секрет в том, что нужно работать над собой, как говорится, не жалеть, двигаться вперед, тренировки, эмоциональное состояние, чтобы было, как говорится, всегда на позитиве. Секрет рекордсмена прост. Целенаправленные и упорные тренировки 3 раза в неделю. Надежда призналась, что тренировалась бы и больше, но тренеры не разрешают. Говорят, организму нужно отдыхать. А еще Надя ссылается на большую заслугу своих наставников – Юлии Богачевой и Алексея Панюшина. Здесь тебя слушают, выполняют ОТДО, потому что они знают, к чему они стремятся. Ну, а здоровый человек, он иногда ленится. И от него тяжело достичь того, что он хочет. Сейчас идет активная подготовка к поездке в Челябинск. В середине июля там состоится чемпионат России, и мы желаем Надежде побить новые рекорды. А вот Роман – новичок в спорте, и все достижения у него впереди. Однако уже сейчас он настроен весьма серьезно. Несколько лет назад Роман получил травму и долгое время искал себя в новой жизни, пока не попал в спортивную школу «Орион». У нас как бы много… нет выбора большого для спинальников, для инвалидов. Вот, и… пришлось, вот, посоветовали в легкую атлетику, толкание ядра, метание копья и диска. И я попробовал. Сначала, конечно, не получалось, да сейчас особо не получается. Вот, но я, в общем, только начал, поэтому желание большое есть, нравится, и хочу дальше заниматься. А как часто занимаешься? Сколько раз в неделю? Сколько часов уделяешь тренировкам? Ну, у нас как бы 2 раза в неделю мы занимаемся именно вот техникой, метанием, толканием, вот… своими упражнениями, а остальное время по возможности, то есть графика нет, ну, еще, наверное, где-то 3 раза в неделю в тренажерный зал, как бы качаем руки, спину, все группы мышц, которые необходимы для занятий. Чего унывать, я так подумал, что многие замыкаются в себе после травм, стесняются выйти на улицу, боятся, ну, со всеми может случиться, все мы ходим под Богом, поэтому я так подумал, сломался, жизнь-то продолжается. В нашем городе на базе центрального спортивного комплекса в отделении адаптивной физкультуры занимается 49 спортсменов в возрасте от 12 до 50 лет. Разные виды спорта доступны для лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата, для лиц со слабым зрением, для лиц с интеллектуальными нарушениями. У этих спортсменов действительно можно поучиться упорству и силе духа. И напоследок. В связи с ремонтными работами в Рязани будет ограничено движение транспорта, а именно по проезду за
Овражного до Первомайского проспекта и от Первомайского проспекта 49 в сторону площади Ленина. Будьте внимательны в планировании своего маршрута. На этом у меня все. Хороших вам выходных. До свидания. Уважаемые жители города, с 1 июля 2015 года вступят в силу новые тарифы на электроэнергию, поставляемую населению. Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. Телефон для справок 40 20 40.